Ровно тебе 1,3, да? 1,3 почти, с несколькими кубиками. Одновальник 16-клапанный. 80 лошадок в стандарте. Здесь, наверное, остался лошадок 70. Учитывая пробег 180 тысяч. Остальные просто от страха убежали, остальные, да? Убежали на прошлом спринте, когда маленько пришлось с УАЗиком бороться, который был успешно побежден. Так, ну это не главное достоинство джипа, да, я так понимаю. Какие у тебя раздатки стоят? Раздатка пока серийная, У них вверх 1,3, вниз 2,5. Пока что стоит лебедочка маленькая на 4,5 тонны, 12 тысяч футов, если точнее говорить, кто хочет, посчитай. Передний мост жестко подключается, как на УАЗике, один в один, с помощью ручки и ручных хабов. Вакуумники сняты заводские, в связи с тем, что они оказались очень слабыми и ненадежными. Вольный пробег, конечно, сыграл роль, но хороших отзывов о них не слыхать. А подвеска? Подвеска здесь, как у всех Тольяттинцев, наверное, сборная солянка. Спереди пружины от Honda CR-V задние. Пружины, эти амортизаторы от гитара, новые задние. Сзади пружины от десятки, амортизаторы от шевелюра. О, как. Вот. Установлены здесь уже рычаги переднего моста с доворотом специально усиленные. Проверял, не гнутся, мост погнулся. Ага. И этот самый вместо разгона до сотки, да, глубина преодолеваемого брода какая. Ну, пока совсем страшно не становится, скажем так. Но на реале было по лобовому. Да, здесь уже выполнена частичная доработка, установлен шноркель. Причем здесь очень хорошая конструкция, в отличие от наших НИФ российских. Идет воздухонаборник и прямым одним соединением прям входит в коробку фильтра. Одно соединение всего герметичное здесь, но его здесь не видать будет сейчас. Сразу патрубок, который тоже на герметике сидит, даже на хомут не нужно болтать просто так. Рукой закрываешь шноркель, полностью патрубок сжимает и мотор блок. А мысли турбануть нет? А у кого у нас в городе эти мысли еще не посещали? Турбовка мотора здесь явно не будет, потому что любой брод, есть очень элементарный шанс просто угробить турбину. Ну, жалко просто ее. Здесь очень просто делать свап с 1.3 на 1.6 или на 1.8. Причем все встает на один, потому что одной проводкой меняется только блок и меняются форсунки. Мозги остаются родные, вся проводка полностью родная остается. У японцев, кстати, вот эта машинка с мотором 1.8 на полностью независимой подвеске для ралли готовились. Это максималка у них порядка 230, разгон до сотки порядка 6 секунд. А дизели бывают, да? Дизели есть, мотор КДК Рыновский, от Рено Меган Пауэр, если ошибаюсь, ставит. Мощностью где-то 65 лошадей. В России, по-моему, 3 или 4 машины всего, остальные все в Европе катаются. Их очень мало.